Всем привет! Если вы круглый год хотите кушать свежие вкусные овощи или, например, у вас нет никакого загородного участка, то вы можете овощи, огуречки или помидорчики выращивать у себя дома. Что для этого нужно, мы расскажем сегодня в этом видео. В садовом центре девочки-продавцы нам помогли выбрать такие сорта, которые выращивать дома. Обращаю ваше внимание, что если вы придете в магазин одни, то смотрите на пометки. Выращиваем на балконе, на окошке, либо подоконнике. Пойдемте дальше. А для того, чтобы ваша рассада зашла быстрее, используем стимуляторы роста. Это эпин или циркон. Это регуляторы роста растений. Применяются для усиления роста и развития растений, повышения урожайности и качества устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, особенно холодовому стрессу, возбудителям болезней. Во что же сажать семена? Давайте вместе выберем ящики и парники для рассады. Во что сажать семена? Можно в садовом центре подобрать обычные такие ящики. Помнится, еще моя бабушка сажала в такие и накрывала обычной стретч-пленкой. Уже имеются готовые парнички, небольших и побольше размеров. Они с крышечкой. Мы остановим выбор на парничке, который побольше. Для начала семена высаживают вот в такие мини-кассеты. Я выбрала вот такие, потому что они компактно вмещаются в выбранный мной парник. И накрываем крышкой. И устанавливаем на подоконник. Какой же грунт выбрать? Берем самый обычный, с пометкой для рассады. И самое главное, какая рассада у нас вырастет, вы увидите в следующих роликах.